А это мини-ПК, которого нам всем так не хватало. Но это не точно. Сделан он с помощью 3D-печати и выглядит прикольно, даже спорить не буду. Но вот с практической стороны от него никакой пользы. Для того, чтобы работать на нем, он слишком маленький, разве что просто стоять будет. Или это технологии для лилипутов?